праздник плавно перетек в дискотеку. Ну а мы на тихом пляже наслаждаемся экзотическими фруктами. Одну зарплату на такси не разъездишься. Нет такого же, но с перламутровыми пуговицами. К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Ну, случайно у меня есть то, что вы ищете. И как раз с перламутровыми пуговицами. Взгляните. На обратном пути мы стали свидетелями грандиозного шоу, но нам объяснили, что эти ученики идут на занятия в школу, ну прям как на праздник.
Бляскин, ты в трусах? Лежите, не двигаясь. Это новейшая вакцина, замедленную усвояет. Как всегда, скажу что-нибудь, передай привет. Что сказать? Обалденно. Осталось кинуть прощальный взгляд. Сюда, видимо, мы больше не вернемся. Кто возьмет билетов? Пачку? Тот получит водокачку. We love Russia. He likes it. Say hi. Say hi. Say hello, Russia. Hi, Russia. Welcome to the Philippines. Я решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Будете у нас на Колыме, милости просим. Нет, уж лучше вы к нам. Счастливо. Все.